Сегодня 17 января, приблизительно в 00 часов, в 12 часов ночи, была попытка поджога приюта. Загорелся крайний вольер около ворот, около центрального входа. Ну, ущерб небольшой, но по сравнению с тем, что это уже такая вот беспрецедентная как бы выходка со стороны, предположительно, ну, кого установят, конечно. Часть забора пострадала, собака вся в воде была, получается, улитая, перенесена в другой вольер. Ну, до собак, слава богу, обошлось только досками. Собак, получается, как бы пожар, слава богу, не застал. Ну вот, кот и пес первый, вторая надежда. Что дальше будет? Собачка с загоревшегося вольера перенесена в теплую будку, в другой вольер. С соседнего вольера, конечно, собаки напуганы. Заходить абсолютно туда не хотят. Животные все взбудоражены. И самое интересное, что, получается, территорию приюта покинул рабочий, который тут проживает. Ну, я на него не думаю, что это он поджег, потому что человек очень хорошо работал. Скорее всего, испуг. Вот меня дети мои, да, встречают. Дети мои, все мои. Бедняжки испугались. Заявление подано, везде все написано. Будут устанавливать виновных. Да, мои, испугались.